В настоящее время, как вы сами видите, в городе Ставрополь улично-дорожная сеть подверглась большому разрушению. Это видно на дорогах наших улиц, где ямы превышают предельно допустимые значения, предусмотренные ГОСТом. ГАИшники бьют тревогу. Инспекторы дорожного надзора регулярно патрулируют улицы Ставрополя. Замеряют ямы. Не по ГОСТу, мягко сказано. Некоторые улицы краевого центра после зимы, как после бомбежки. В настоящее время существует много различных способов и материалов, которыми можно работать даже в минусовых температурах. Один из таких материалов – монтажная пена. Именно ее взяли на вооружение ставропольские дорожники. Это новая технология, она только разрабатывается. Причем благодаря этой технологии мы уже отремонтировали более 50% дорог в городе Ставрополе. Мы берем обычную монтажную пену и обычные ямки на дорогах, которые есть, просто заделываем этой пеной. Плюсы на самом деле очень большие, потому что старый метод – это купить кучу асфальта, закатать полностью всю дорогу, а тут конкретная выделенная ямка, и с конкретной ямкой мы работаем. Благодаря новой технологии существенно увеличилась скорость выполнения работ. Дорожникам, как вы видите, теперь не требуется катков или другой специализированной техники. Всего за один час один рабочий может отремонтировать до 100 метров типичной ставропольской дороги. Чиновники рапортуют, ямочный ремонт в краевом центре будет завершен в течение месяца. Созданы рабочие группы по основным нашим городам, по всем. Проведена работа, определены объемы, поставлены задачи. И я сегодня могу доложить, что при общем нашем контроле взят один месяц, апрель, на полную ликвидацию работ, связанных с ямочным ремонтом. Значит, будем контролировать каждый день все эти вещи. Чиновники уже собираются закупить несколько тонн пены. Многие поставщики обрадовались крупным заказам. Упор обещали в администрации города будут делать на сотрудничество с малым бизнесом. А водители уже успели по достоинству оценить новые мягкие ямки. Многие водители уже сказали, действительно, это очень хорошая инициатива. Действительно, монтажной пеной, потому что она, когда засыхает, она становится прочной. Технология заключается в чем? Есть ямка на дороге, мы ее заделываем пеной, и потом слой, который сверху остается этой пены, мы срезаем аккуратненько ножницами или ножиком. И затрат по деньгам не очень много. Были произведены первые мероприятия, которые позволят всем нашим водителям, всем нашим в целом людям, которые ездят в общественном транспорте, чувствовать себя более комфортно. Павел Гендовицкий, Павел Сухарев, 26-й регион, 1 апреля 2014 года.